Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Руфат, и сегодня я хочу представить вам шикарную виллу на 13 сотках земли в Шевеланах, неподалеку от Шевелан-парка. В округе имеется множество садов, имеются лагеря, очень много зелени. Дом построен для себя, этот дом не на продажу строился. Давайте ознакомимся со двором. Во дворе имеется очень много зеленой площади. У нас имеется вот такой красивый бассейн. Здесь у нас мангальная. Во дворе имеется зимний сад. Сейчас мы познакомимся с ним. Вот так у нас выглядит зимний сад. Можно сделать парник. Все условия для любителей сажать деревья. Все есть. Также имеется вольер для животных. Вот так я вам покажу со всех углов данную дачу. Эксклюзивно у Багым Ас. На нашем веб-сайте вы найдете всю подробную информацию про эту дачу. Вот так у нас здесь имеется большое помещение для собак. Очень много деревьев, фруктовые деревья, елки. Также имеются декоративные деревья. Вот так у нас выглядит двор. К дому мы перейдем чуть позже. Дом — это нечто особенное, что уделяет большого внимания. Здесь у нас находится летняя кухня во дворе. Сейчас мы перейдем к ней, и вы увидите изнутри удобства данной летней кухни. Вот такая у нас здесь летняя кухня. Имеется вся кухонная мебель, все необходимое. Столы, стулья, диваны. Вот такая здесь у нас зона отдыха. Вот такой у нас здесь вид. Имеется комби. Дома, комби дома отдельно находится в гараже. В данной летней кухне отдельная система комби. Также здесь у нас находится кладовка. У нас имеется сауна. Вот такая у нас здесь красивая сауна, а также санузел. Вот так у нас выглядит санузел. Можно проводить вечера здесь. Тепло, уютно, есть все условия для отдыха. Отличная мебель. Владелец строил для себя, предусмотрел весь необходимый комфорт. Теперь же перейдемте к дому. Имеется гараж, и из гаража есть вход внутрь дома. Имеется две веранды, три балкона. Сейчас вы это все увидите вживую. Вот такая у нас здесь небольшая веранда перед кухней. Перейдемте внутрь дома. Ремонт дома отличный, то есть все сделано на совесть. Начнемте с левой стороны. Здесь у нас общий зал и кухня. Вот так у нас здесь выглядит кухня, выход на веранду, а также наш зал. Вся эта мебель стоит на продаже. Вот так у нас здесь гамак. Все придумано для собственного удобства. Здесь у нас мини-камин на дровах. Большой зал. Перейдемте далее по комнатам. Это у нас гараж. Вот так у нас выглядит гараж. И из гаража прямо выход в зал. Далее. Здесь у нас санузел. Это первый санузел первого этажа. Далее. Здесь у нас спальная комната, но можно сделать кабинет на усмотрение. Далее здесь у нас мини-кладовка. Вот такая у нас здесь кладовая комната.
Это все, что у нас находится на первом этаже. Перейдемте на второй этаж. Поблизости дома, поблизости дачи, в нескольких минутах езды есть молл, торговый центр. Все удобства имеются. Здесь у нас наша первая спальня комната. У каждой спальни есть свой балкон. Вот такая у нас здесь спальня. Это у нас санузел. Это у нас мастер спальня комната. И вот такой у нас здесь большой балкон. Вот так у нас выглядит балкон с видом во двор. Перейдемте далее по следующим комнатам. Пойдемте отсюда. Здесь у нас наша вторая спальная комната. Вот так у нас выглядит вторая спальня. Здесь у нас санузел, душевая. Это общий санузел второго этажа. Здесь у нас наша вторая спальная комната дома второго этажа. Точнее, третья, извиняюсь. Третья спальня. И здесь наша четвертая спальная комната. Все комнаты с мебелью. Здесь у нас имеется гардеробная, а также свой балкон. Вот с таким видом во двор. И еще есть санузел. Значит, две мастер-спальни на втором этаже и один отдельный санузел. Как я уже сказал, ремонт дома отличный. Дом был построен для собственника, для жилья. Все фотографии, подробная информация вы найдете на нашем сайте Багамас. 13 соток земли, Шувеланы. Здесь у нас выход во двор, который закрыт на данный момент. Вот так у нас здесь все выглядит. Очень уютно дома. Чувствуется то, что владелец все сделал на совесть. Вот так у нас выглядит выход из дома. Еще раз вам покажу заднюю часть двора. Вот такая у нас здесь зона отдыха. Множество зелени. Сегодня у нас немного ветреная погода. В целом, вот так у нас выглядит данная дача. 13 соток земли в Шувеланах. Имеется летняя кухня, вольер для собак, двухэтажный дом, большой бассейн, две отдельно отопительные системы комби. По всем вопросам пишите в комментариях или же звоните на указанный в описании номер. Всем спасибо за просмотр, всем всего хорошего и до скорых встреч!